Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Павел Злой, Фуси, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, скажите классные слова. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что вы мне завалили личку просто, пожалуйста, Димас, поубегайте от монстров Хендерсона. Сегодня у нас это будет рубрика, мы будем убегать от цепи классных монстров. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Пацаны, это тот ролик, когда вы можете использовать оружие и мочить всех. Вы готовы? Начинаем. Для начала я поставлю истоком. Даже может в этой серии будет сиреноголовый. Посмотрим. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Пацаны, проходите мимо. Да ну он задрал, он открывает двери. Они вообще это убивали или нет? Да все нормально, пацаны. Мочи, мочи его, мочи. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Наказал меня. Так, давайте тоже будем оружку брать. Ты смотри на них, понаплаждались, а тут. Сегодня у нас такая серия, где мы будем веселиться и мочить все. Знаете, кто их хорошо будет мочить? Этот пулемет. Надеюсь на это. Ну, иди сюда. Столько шума и дыма, ничего не видно. Мама. Чка, я убегаю. Давай, иди сюда. Пацаны, сколько у них жизней? Ты бомж, отвали от меня, собака-пес. Нет. Ну вы серьезно? Они не валятся. Не, они каким-то оружием убиваются, я знаю. Но она очень читерская. Дайте монетку для Роска и за нем. Давай. О, видите, не, монетка это сильно читерно. Мочит их моментально. Давайте мы будем их сжечь. Уходи, отходи от них, быстрее, я буду мочить их. Дамажатся? Дамажатся? Не. Не дамажит, сам себя убил. Красава, всех поджег. Давайте, давайте, пацаны, я вас верю, вы сможете. А, ну тут не работает. А, вся дверь в кровавом поносе каком-то. Он пройти не может. А, уже зашел другой и убил меня. Ну ты смотри, что делают. Вот он. Красиво в бошку ему пацаны зарядил. Еще вот. На-на. Они через красную гранату проходили, мне интересно или нет. Так, всех убили, да? Или не всех? Нет, нет, нет. Я понял, а где он улазит? Ой-ой-ой, что делается, пацаны, я слышу выстрелы, идут только так. А, сейчас мы добавим еще. А, они же между собой дерутся, не получится добавить всех, кого я хочу. Ну, давайте вот этих прыгучек, они мне реально нравятся. Ого, что творится, мне нравится. Ой, мне страшно, мне страшно. Не ссы, я так 100 раз сделал. Я готов. Разложил одного, есть, следующий. Ну? Вход только по приглашению. Нет, приглашения ни у кого нету. А что мы же еще им лупануть туда? Сейчас, ребята. Во! Вот что хотел. Смогут ли они красную гранату пройти? Помогите! О, прошло! Прошло! Боже, моментально зашел и сразу хочет меня убить. Помогите! Пацаны, помогите! Он меня хочет убить. Ой, трупы. Блин, помогите! Да отвали ты, кусок говна! Еще один! Не-не-не! Не! Быстрее беги, Димка! Блин, они какие-то бешеные. На, попей. Они не пойдут сюда, Павел. Нет, прошли. Прошли, прошли, пацаны. Все проходят везде. Нет, они умирают. Они умирают. Так, надо Фусику тоже выключить микро. Нет, они умирают. Смотри, что делать. Никакой, какой-то неугомонный. Прицепился ко мне и все. Отвали от меня. На тебя... О, пацаны, убил. Знаете, чем?
Аир 2 шар в живот. А нет. Да, убил. Давай, иди ко мне. Ого, он прыгает, вы видели? Надо использовать, короче, какие-то нам сваи такие высокие в следующей серии, их заспавнить, чтобы они спрыгивали, скидывали нас, когда прыгали. А, у меня нет шаров. А он от меня не отцепится, я вижу, да? Да отвали ты от меня. Я уже не знаю, как от него отцепиться. Пацаны, давайте, я вас верю, мы сможем. Мы их сможем убить. О, начал музыку конченую сдать. А, у меня жизни же очень много, поэтому они мне ничего не сделают. Музыку только могут конченую включить. Ой, пацаны, обстоятельства. Ты чё моего кента ешь, Опа, смотрите, как он ломится вовнутрь, резко открывает дверь и начинает туда бежать. Так, давайте я сюда пойду. Вот это там что-то творится неимоверное вообще. Пацаны, вы что там, разошлись? Психи? Так, давайте я еще поставлю. Так, сейчас я поудаляю. Раз. Ого, много было-то? Так, пацаны, карта зачищена. Давайте поставим, наверное, вот этих вот сейчас. Мы их давно не ставили. Ого, они щемятся. Во, все, ребята. Это самая жесткая волна, которую я еще в этой серии мы делали. Жестче не... Он пришел с твоим трупом. А ты говно, что ж ты делал? А ну-ка, давай все-таки. Ага, вот так вот, значит. Пацаны, я вам помогу. Он убил меня и мой труп тащит. Эй, бомж, это мой труп. Хорошо, хорошо, давайте, давайте. Вот так вот возьмем сейчас. На. Они когда открывают двери, звук такой громкий. Да-да-да, вот я его слышу. Или когда убивают. Вот это я закидал. Интересно, пройдет или не пройдет? Не пройдет. Не пройдет? Не пройдет. Вот это я там набросал. Именно жестко вообще. Ого, их там, они там есть. А, блин, я убил сам себя. Кстати, этих тоже челиков убиваю. Так, ну чё? На. Пацаны, ну что ж вы делаете? Я дамажу вас. Мне так нравится. На, еще. Никого не пустим. Накидал нормально так, пойдет. Ой-ой-ой. Да, дамажит неплохо. Ой, я на улице появился уже. Так. Давайте еще поставим. Бармалеев этих. Мне не нравятся очень. О, давайте сиреноголового, как я обещал, хоть одного поставим. Ладно, двоих. Ну что, пацаны, вы готовы? А чё меня не дамажит? Чё, застряли, что ли, мужики? О, пошел, пошел, пошел. Так, они что, между собой сейчас будут драться? Да, они дерутся между собой, на. Сиреноголовый очень мощный, его не смогли съесть. Меня он не дамажит почему-то. А, не, я пошутил. Он меня дамажит, неплохо так. Так, пацаны, где вы тут? А, я вижу, вы тут выживаете?
Сиреноголовая штамм. Мне интересно, будет видно их за школой или нет? О, да, оружие, это классно. Давайте будем жечь. Или воздушную удар. Не, давайте монетку возьмем. Монетка вообще сильно. Жги, жги его. На тебе. Где сиреноголовая? Так, беги, бежим к ним. Вот они. Красавчики. На-на. Извиняюсь, дикий волк, обстоятельства. Вот это да. Мочи, мочи его. Отлично. Ну так они меня, мою жопу, прощайте. Я сейчас умру. Не-не-не. А, дерево подпалю с собой. О, 9%, неплохо. Пацаны, что-то еще остался кто-то? Чини. Так. Делаем эпик, как ребята, как всегда. Мы сделаем сейчас эпический эпик. Так. Так. Entity. Что у нас есть? Вулканическую бомбу может жахнуть? Где они тут? Давайте все к ним летим. Ну чё, погнали. Лети, Димка, блин, хотел быстренько улететь, показать, что... Воу. Сюда доходит, смотрите. Просто все на своем пути уничтожает. Офигеть. Вот это круто. Живые, да? О, убили меня. Ну давай. Вот, как надо. И ядро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.